26 января в 9 вечера пришло сообщение в Инстаграм следующего содержания. На столбовой на помойку выбросили щенка на мороз. Маленький, замерзнет. Щенок очень напуган, ничего не кушает. Может, кому-то нужен друг или в дом охранник. Наша незаменимая помощница Инна помчалась разыскивать в 10 часов вечера щенка по всем помойкам улицы Столбовой. Пока она разыскивала, пришло новое сообщение. Все, нашли щеночка, положили его на теплые трубы, но он, слава богу, что он тепленький. Все, описался. Молодец, зайка. Все, поехали. И мой слядьки. Все, забеляем. Клюха ты моя маленькая. Да, не бойся, не бойся, мой сладкий. Видите, мой слядьки, малый, за... Ой, весь в плешином, господи. Ребенок. Так, ребят, сейчас сразу искупаемся. Да, солнышко. Потому что очень лысенький вот это, ребята. Это все блошиная инвазия и грязь. Да. Ничего, сейчас мы луговым накупаемся, и все будет хорошо. Да? Так, намылились, да? Намылились. Ой. Сейчас 3 минуты посидим, а потом смоем все. Да, ребенок? Девочка, красавица маленькая. Вот так. Да, солнышко? Маленькая. Все, сейчас высушимся. Да, козленок? Мое солнышко. Да? Ты моя хорошая. Да, ребенок весь в перхоти какой-то жуткой. Просто жуть. Ну ничего, луговым искупали. Завтра обработаем. Да? Скажи, я устала. Скажи, я устала. Меня тут вытирают, сушат, купают. Сейчас положу спать. Уверена, ребенок до утра проспится. Да, ребят. Не знаю, откуда дитё забрали, но тот, кто его вытащил оттуда, сделал доброе дело. Да, батареи поближе. Тепло? Очень хорошо. Все, пелёночки постелили. Водичка есть. Правда, корм для взрослых собак, но это только до завтра, на всякий случай. Да, малышка? Я вольер слепила из того, что было. Ну, а что любила, то и посадила. Да, чудовище маленькое? Красавица! А вольер слепила из того, что было. Ничего, на первое время сойдет.